Как вы относитесь к тому, чтобы официально разрешить секс в общественных местах? Не, мы против этого. Негативно. Слишком интимный вопрос. Да, им нельзя заниматься в общественных местах. Я думаю, это аморально, и это вопрос личный каждого, то есть он должен быть интимным. Разве что ночью, когда нет людей. Нет, ну если вокруг дети, допустим. Девушка, я не буду отвечать на вопрос. Мы негативно к этим относимся. Плохо. Мне все равно. Крайне негативно. Есть дети, они это все видят. Скорее негативно. Вполне нормально. Я тоже. А вот почему многие люди против, как вы думаете? Не знаю, может, не хватает чего-то. Простите, но я не хочу отвечать на этот вопрос. Не, я не против. Пусть разрешают. Ну, это прикольно. Ну, нехай у нас будет демократичная держава. Положительно. Почему себе отказывать в удовольствии? Секс, это же природно. Ну, это естественно тогда, когда ты обвенчался. Так а зачем на улице это все показывать? Не все природные вещи, грубо говоря, вставляются на показ. Это зависит от восприятия людьми действительности. Мы цивилизованы и к животным мы не относимся. Я считаю, это некультурно. По духовному мировоззрению это недопустимо. Це все якось залежить від виховання. А вы никогда не занимались сексом в общественных местах? Это личная информация, я не буду отвечать. Не, не занималась. Конечно, нет. Было дело, да. А в каком? В ботаническом саде. А что бы вы подумали, если бы вы увидели, что кто-то занимается сексом в общественном месте? Я ничего не подумал, просто прошел бы мимо, да и все. Ничего бы не сделал, это их личное дело, я просто считаю, что это не культурно и... Просто проигнорировал это. Я думаю, я бы не мешал им. Наверное, не обращал внимания, либо сообщил куда-то об этом. В милицию, может быть? Может быть и в милицию. Прошел бы мимо. Я бы сделал вид, что не заметил. На данный момент не знаю, это надо появиться в такой ситуации, чтобы... как-то определить свою манеру поведения. Сначала бы телефон и сфотографировал. Скорее всего, бы прошла мимо. Ну, не трогала, честно бы. А не желаете попробовать? Нет, нет, нет. С 12 до 6. Не, никогда. Самое желаемое в жизни? Вряд ли. Я бы лично не занимался. Дякую за пропозицию. Так. Идите вы за своими вопросами.